Hey, всем привет, с вами Кузямба, и мы играем в Vampire. В прошлый раз мы что-то какую-то хрень там натворили. Вот, что прям нас теперь все пытаются прибить в одном каком-то... Так. Так. Где мы тут? Ага, здесь уже их нету. А, нет, подожди, стоп. Так, что мы должны сделать? Мы должны пройти обратно туда. Ого, 19 уровень, блин. А я 14. Нормально, девки пляшут. И как я должен играть с таким маленьким уровнем? Неизвестный, ну так с ним поговорить тоже. Что ты стал? А кто это у нас такой? Добрый вечер, я доктор, и ты, вам нужна помощь? Будь уверен, я сэр, я могу, Мартин, идти к вашим услугам. Пожалуйста, посмотрите мой товар. Так, понятно, давай посмотрим, что ты здоров, задать личные вопросы. Почему так? Я стану богатым, знаменитым, сделаю это самостоятельно. Молодец какой ты, а что у нас есть? У нас все равно денег мало, вообще денег. Что-то он такой, группа вампиров и скалки, страница вырванная. Я чем музыкальная шкатулка. Да, денег у нас, конечно. Что-то мы можем продать. Блин, то есть это вот это все я могу продать. А чё, побольше нельзя деньги выиграть? Так. Окей, бэйби. Так, там какая-то старушка. Так, как этой старушке попасть? Наверное, постучаться. И она такой скажет: «Добрый вечер, я диспетчер». Good evening, здравствуйте, мистер. Я же принял лекарство, доктор, но спасибо за работу. Извиняйте, мне нужно войти. Эпидемик? Ужас. О, нифига, я могу к ней войти. Так, а кто ты такая? Давай поговорим с тобой. Блин. Ой, я могу ее загипнотизировать, но... Но нет. Мы не будем убивать. Мы эти хорошие вампиры. Так, что у нас тут еще? Денежки. Ну, как сказать хорошие? Что мы бабусю грабим? Вот это да. Вот это не очень, как говорится. А так вот, ну, блин, закрыто. Все что ли, да? Ну ладно. Оп, нет, там что-то было. Ага. Письмо родное, так. Так, ну конечно. Отличный вопрос. Понятно, нет, нифига. Прощайте. Нет, там не видно. Они далеко убежали. Так, ну что ж. Стабильные. О, патроны. Так, ну у нас нету этого. Так.
Да-да-да. Нам туда. А, что там? Я типа, если бы мы выбрались, да? Там тупик. Так, а, да, нам туда, все верно. Опа, вот так вот тебе. Опаньки, кусь. Найдите вход в канализацию. Блин, а вот тут что? Нужно вызвать подкрепление. Так. Нифига себе. А чё вы такого большого уровня? Скажи. Я не справлюсь, мне кажется, с ними. Вот там какой-то махач идет. Так, еще раз. Так, мы этих... Нужно вызвать прикрепление. Пусть каждый исполнит свой долг. Блин, тут вот их. Так. Давай попробуем. Сейчас мы нарвемся. Давай, давай, давайте, детки, пошли. О, пошли. Сейчас мы вас тут нарвемся. Вперед, моя банда. Давай, вперед. Ох ты, блядь. Вот так вот одного завалили. Давай. Ну. Еще раз. Оп. И все. Всех за... Нарывались, блин, дятлы позорные.
Не на того напали вы. Так. Может, тут что-то есть, пока здесь никого нету? О, да, есть. Так, а тут что у нас? Тут ничего нету. Так, найдите вход в канализацию. Ну, мы уже нашли. Вперед, сэр Ланселонт. Так. Состояние стабильное. Так. Надо посмотреть, может, чуть-чуть вот так вот погромче сделать звук. Все. Так. Здесь у нас ничего нету. Ням-ням. Так. У меня и этого мало, кстати. I cannot enter. Дверь должна открыть с этой стороны. Ага. Так, главное, чтобы никого нет было. Так, что у нас тут? О, 5 шиллингов. That doesn't work. Не. Так, понятно. So that's it. Все ясно, это вентиль регулирует уровень воды. Так. Так. Ага. Так, сейчас мы попробуем там его открыть. Понятно. Так, попробуем, что у нас здесь откроется. That doesn't work. Не выходит. А здесь что у нас? Ничего такого хорошего. Деньги. А нет, тот этот попалась. Так, ну давай. Угу. Теперь вот должна открыться. Так. Так. А, смотреть канализацию. Так, а теперь можно закрыть? Окей. Так, теперь надо воду спустить. Так, но мы вообще так-то можем, умеем, практикуем. Только вот минус, короче, что типа уровень у них у всех, короче, такой нормальный. А я только 14 уровень. Ага. Так. Так. Чё мы нашли? Угу. Так, патрончики нашли. Дальше. И фекалии. Тут что-то больше крови стало. Ну, немножко сыкотно. Ты куда исчезаешь-то? Так, о, а там можно пройти, типа, нет?
Нет, но мы не будем крыс пить. Кровь все больше. Так. Тут закрыто, да? Это невозможно открыть с этой стороны. О, заставочка. Но ты серьезно, ты спрыгнул? О, тот гигант. Нормалек. Эта тварь слишком долго скрывали от Асгалда. Пора навести порядок. Канализации. Снова ты, эти зовут Паймоном Ксом? Грузизик, малыш, а то раздавлю тебя, как жука. Ты превратился в зверя. Наконец-то разумное замечание. Кровушки попьем. О, ты ёперники. Давай. Сука. Дай, 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 дай. Но. Чё ты? О, ох, ни хрена. Чё такое? Ну а ты вот... О, блин. Нет, 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 нет. Черт, 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 черт. Да ёшки-кошки. Нет, нет, нет. Черт. Да ёшки-кошки. Где он там? Да ёкерный театр. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Черт, мне хана. Нет. Давай, где ты там? Да ёшки-кошки. О, вот это, о, блин, вообще жестко.
лютый чувак, вообще лютый. Огонь — наше оружие, братья — лучший способ уничтожить там. Так, ну давай попробуем. Зайдем. Вот так вот. Да я нет, ну как так? Ну, иди сюда. Блин, он сильно, короче, кровь пьет. Да ёшки-кошки. Давай. Да, тут надо больше крови пить, больше крови пить. Нет, нет. Есть. Успели, успели. Есть. Кровушки попили. Нет, 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 нет. Останавливаемся. Slow as a snail. Давай, иди сюда. Давай, 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 кровушки пьем. Блять.
Нет, 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 нет. Да. Да ёшки-кошки. Где он там? Где, 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 где? Есть. Давай, давай, иди сюда. Мы еще живы. Нет, 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 нет. Где ты? Где ты? Return to your apothecary needles. Есть, последний укус. Ты должен умереть. Есть. Фу, мы это сделали. Сложно, но сделали. Завалили мы его. It's locked, all right. С другой стороны закрыто. Я рад перта. Так. At least one skull точно сбежал в нехура этого. Так, один. Так, это нам что там? Да, давай мы туда сходим. Так, тут ничего нет. О, нет, коробочка есть. Так, нет, нам надо, скорее всего, обратно надо. Тут у нас что? Ничего нету, да? Понятно. Зачем-то мы, наверное, должны были попасть. Как он мог далеко забраться? Тут повсюду кровь. Так, и что нам? Так, это мы отсюда. А, мы отсюда пришли. Все, я... О, нет, тут пропустили. Так, одну секундочку. Блин, сложно так-то вообще. Неужели нам конец Эскла нашел нас?
Нет, мы пока в безопасности. Пей. Благослови тебя Бог, Бриджит. Это не кровь вампира, но она уголит твою жажду. Что? Что? Это наше владение, а не твои. Предупредил. Подожди, я же вас спас. Это ничто не значит. Спасибо, а теперь уходи. Охотиться по улицам и домам. Ты не нравишься мне, вампир. Хотя я тебе благодарна. Ты в печали. Так, это ты пойманный пес. Меня послал Шон Хэм. Так. Шон Хэмптон sent me. Я хотел, чтобы я тебя нашел. Кто ты? Если хочешь знать, меня называют Старый Бриджит. Я живу в этой ночлежке. Я Джонатан Рид, новообращенный Эгон. Я не вполне понимаю, что происходит. Я не проклинаю перед тобой, Колин. Так, что ты... Так, Фергал исполнил воли. Понятно, что такое... Их называют вулкадами. Это древняя ветвь бессмертных, кровь ослепляет их. А это? Это самый знатный вампир империи. Они устанавливают правила и заставляют нас... Так, понятно, короче. Так, что он хотел, чтобы ты нашел? Так, возможно. Печальный святой всегда был добр к нам. Он доверяет тебе, если... Так, я не доверяю ему. И почему же он, раз на сколько, ему нельзя доверять? Шон убил много пациентов, и это лишь одно из убийств, которых святая Харриет, то она среди нас, под нашей защитой. Вот она. Нет. Ты можешь с ней поговорить, предупреждая, не понимаю. Я переполняю желчь и ненависть. Так, окей. Так, это мы чё? Ага. Неизвестный. Ну, давай, пошли. О, тут сейчас мы, короче, это возьмём. Чё, тут больше ничего нету такого, да? А, вот. Так, то, что иконы являются самым знаменитым документом. И здесь что? Все. Hello, Harriet. Здравствуй, Харриет. Вы меня узнаете? Да, вы из Пеморской больницы. Молодой доктор, с кучей тайн. У меня к вам сколько вопросов, Харриет. Вы не возражаете? Люблю вопрос. Только вот ответы вам могут не понравиться. Как вы чувствуете? Так. Не вижу. Вы можете есть убить. Так, вам больно? Все назад. Вот зачем смерть? Чтобы знать, оплачено ли меня вы. Так, понятно. Увидеть грехоподобное святое, но этот трус не жалеет убивать. Понятно. Почему вы перебрались сюда? Так, а почему бы нет? Бриджит добрая, пусть она меня кормит, тогда будет послушной такой. Да, понятно. Ну и теперь у меня важный вопрос. Согласны ответить? Вопросы. Добрый доктор, вечно требует ответа. Вы помните, что делать, когда ушли из больницы? Я спрошу первый ответ. Тоже мертвый? Я себе нравлюсь, честное слово. Я наслаждаюсь болью, которую ты чувствую. Бежали с больницы. Нашел, сдавал мне коморку. Так, чем вы взяли? Так, понятно, он спрашивает обо мне. Что я, доктор, я ничего не сказал. Он уже знал все, я устал. Так, ты нашел здесь ответы? Слишком много еще остается непонятно. Побудь с нами, узнаешь нас поближе, тогда я, возможно. Кто ты? Так.
Да, я могу помочь. Об одном никому не выдавать наши тайны. Хорошо. Сколько ты уже здесь скрываешься? Зачем жить тут? О чем ты? Вы прячетесь от чувства вины и стыда. Понятно. Кровь вампира, густой темной виной, о котором мы мечтаем. Благодарю за разговор, мэм. Мне пора обратно посетить за борт Экон. Я прикрыл вход в убежище. Так, понятно. Так, и теперь как мне выбраться? Так, мне надо... Так. Неизвестно. Are you all... I could ask you this. I'm doctor. I beg. Так, понятно. Что нихуя, ничего не понятно. А что ты здесь делаешь? Так. I cannot enter. Да, блин. А, она кровь использует. Блин. У нас так мало крови. Так, надо как-то выбираться отсюда. А, нифига, вот. Убежище. И вот на этом... Вы можете отдохнуть в новом убежище. Пополнить все, понятно. Давайте мы что-то... Так, у нас вот это надо сделать. Кровь. Так, понятно. Так. Так, что мы, что я, этот, вот этот, тот 2000, а, блин, 2000, то есть надо по факту ищем, да, а, это что у нас, тут только перезарядка дает, короче, урон, да, так, у нас стойкость, состояние организма, дикая жажда, кровь, это что, сильный укус, исцеление, так, ну слушай, сильный укус исцеления, мы уровень здоровья нам еще надо. Так, ну мы ничего не будем тратить, мы оставим, короче, как есть, вот. И на этом наша серия заканчивается. Сейчас мы посмотрим последствия, что мы тут, а здесь у нас ничего не произошло, здесь у нас здоровье. Так, это понятно. Здесь у нас... О, здесь вообще критическое. Прям вообще... здесь у нас... Ну, пока мы еще-то не дошли. Вот здесь у нас прям вообще люто-люто. Все у нас тут надо это как-то туда попасть и вылечить. Здесь у нас... Подожди, а здесь... А кто у нас заболел? Головная боль, блин. Еще у нас двое, кстати, неизвестные. Здесь у нас... А, вот больница. Здесь у нас этот. Угу. Понятно, короче. Ну, всем пока. Всем, кто смотрел меня, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И ждем следующей серии. До скорых встреч, ребята.